Во дворце спорта «Триумф» провели открытый турнир городского округа Люберцы по восточному боевому единоборству «Сётокан». Соревнования посвящены 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. За выступлениями спортсменов наблюдали мои коллеги. В одном из основных стилей японского карате «Сётокан» захватов нет. Но во время поединка нужно быстро и четко наносить удары руками и ногами. Одно неверное движение может отрицательно повлиять на все выступление. За призовые места в дисциплинах кота и кумите состязались более 140 спортсменов из Подмосковья и Тверской области. Для Варвары Самойловой такие соревнования не первые. Карате – это выносливый вид спорта, ну и туда вносится много очень разновидностей. В основном выносливость, и там побеждать, вот этот вот дух сильный, чтобы был. Сначала я пошел туда брать, и потом решила пойти я на первую тренировку. Я подумала, что мне это понравилось, и я решила ходить. Салим Рузматов начал осваивать приемы восточного единоборства 3 года назад. Регулярные тренировки помогли добиться желаемых результатов. Волновался сначала в КБТ. Я думал, что сначала будет кота, потом кихон и потом КБТ, а КБТ будет самым последним, а оказывается нет. Я для себя хожу на карате, мне нравится этот спорт. В соревнованиях по восточному боевому единоборству участвуют спортсмены с 10 лет. Но это не означает, что ребята помладше не смогут показать свои навыки. Для них подготовили спортивный фестиваль. И чтобы мы ребенка, который к нам пришел, смогли подготовить, его же нужно научить действиям, укрепить здоровье, так сказать, силы и так далее. Спортсмены в этом фестивале учатся, получают соревновательный опыт для того, чтобы в дальнейшем, уже в 10-11 лет, более опытными выходить на соревнования и бороться уже за медали. 12 мая люберецкие спортсмены поборются за звание победителя в открытом кубке Рязанской области по сётокан, а в конце месяца представят люберцы на всероссийских соревнованиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.